Приветствую. Я снимала, представляете, на старый телефон мукбанг с кумрию, с картошкой отварной, уже наелась. До этого попробовала, еще поела. Вообще, мне ее много-то особо и нельзя. Ладно, в общем, поговорю за то с самого начала, потому что я там только под конец начала обговаривать. Скумбрию покупали холодного копчения. Она, конечно, очень-очень жирная, но вкусная. Поговорить хочу о диетах. Значит, мне сказали для нормализации, ну, в общем, чтобы нормальная печень работала, вообще все вот эти органы пищеварения, ну, и для суставов, чтобы было легче. В общем, рассчитали индекс. Чуть повышен холестерин. В общем, похудеть нужно где-то на 5-7 килограмм. Но сказали делать это постепенно. Ну, просто 10 тысяч шагов каждый день. Если у меня какие-то нагрузки, вот, допустим, ЛФК, то можно уже столько шагов специально не нахаживать, если не получится. Что еще? И в моей диете именно вот жирную рыбу нельзя. Но иногда, знаете, вот я лично не могу, все равно мне легкие нарушения иногда нужны. Вот. Я даже перед тем, как уже жестко так себя третировать, ну, беру, допустим, что-то вот это поем, чтобы потом не хотеть. Все. Я даже, вот, в принципе, сейчас про диету, про эту заговорила. У меня как отрубило. То есть я сейчас вот уже просто, ну, чтобы мукбанг снять. Так, я прям уже не хочу. Этот кусочек последний уберу. Ну, реально, я еще, кстати, заметила, все, что такое жирное. Такое оно. Быстро этим наедаешься. Так вот, если вы не можете... Чуть-чуть нарушили, продолжаем. А так, если... Ну, тоже мне объяснили, так же, как я объясняю всегда, что если вы будете резко худеть, организм будет испытывать стресс и, наоборот, в жир запасать. То есть он, ну, такой стрессанет, что ему ничего не дали, и он начнет запасать все это в жир. Но нужно, особенно уже, знаете, так за 40, обязательно на диетах и